вступили в ряды движения первых. Омские студенты, школьники и их наставники собрались в молодежном пространстве 306 квадратов, чтобы дать старт работе 6-го в Омской области отделения российского движения детей и молодежи. Сегодня я пришел на это мероприятие для того, чтобы узнать о новом для всей России движении, узнать, чем будет заниматься, какие проекты будет продвигать, и хотелось бы побольше их поузнавать и продвинуть у себя в поселении для своего волонтерского отряда. Ребят познакомили с презентацией о целях и задачах РДДМ, рассказали, какие ценности исповедует новая организация и как к ней присоединиться. Отделение уже работает в Таврическом районе, во Дворце творчества «Кировский», Сибирском профессиональном колледже и нескольких омских школах. Движение первых было создано по инициативе школьницы Дианы Красовской, которая обратилась к президенту Российской Федерации с предложением создать то детское объединение, которое объединит все организации и будет, так скажем, соберет их всех под единым зонтиком. Президент эту инициативу поддержал, и тем самым появляется у нас российское движение детей и молодежи, движение первых, которое открывает свои двери и возможности для всех детских и молодежных объединений, которые есть и на федеральной повестке, и уже представлены в нашем регионе. Для участников также прошел интерактив. Нужно было собрать команду, выбрав главные качества волонтера. По окончании встречи ребята получили памятные подарки с символикой российского движения детей и молодежи.